магнат, ему 8 лет. Он нас спасен с мяса. Маленький такой вот заморож был, годовичок, узенький весь, худенький. Ну вот, вырос из большого лебедя. Общительный и добродушный магнат отлично ладит с детьми. Он один из 19 лошадей, обитающих в центре ипотерапии «Мой талисман». К примеру, среди обитателей сладкая компания «Пони», «Тортик», «Мармелад», «Белочка» и «Бон-Пари». С ними верховой ездой занимаются самые маленькие детки. Компанию лошадям составляют ослик Милаша и свинка. Работники центра в своих подопечных души не чают, впрочем, как и посетители. Пришли с сыном поездить на лошадках, познакомиться с лошадьми. Как говорится, понравилось. Сначала один раз поездили, потом второй раз поездили. Потом Наталья... За уши не отошли. Да, ну, правильно говорит, а теперь за уши не отошли. Потом Наталья Николаевна учила нас уже азам верховой езды. Четвероногие друзья помогают больным деткам уверенно держать спину, самостоятельно делать первые шаги. По словам главы центра Натальи, лошади помогают исцелить не только физические недуги. Общение с ними социализирует детей. Это вообще общение с лошадьми, опять же, вот я говорю. Плюс верховая езда – это определенная... воздействие лошади на поврежденные мышцы, на суставы. Плюс гиперактивность. Ребятенок пытается, вернее, старается быть более спокойным, потому что, опять же, до лошади надо что-то донести. Чтобы лошадь выполнила, до лошади надо донести. То есть ребенок старается уже выйти на уровень того, что он донесет до лошади какую-то команду. В этом году «Мой талисман» празднует новоселье. Теперь центр начал работу в парке Прибрежном. Прежде он располагался в поселке Ленинском, но в связи с застройкой участка пришлось срочно искать новое место. Помог губернатор. В прошлом году из областного бюджета центру выделили субсидию в 300 тысяч рублей. Мы оформили территорию, сделали ограждение, сделали тут прекрасную конюшню, где сейчас размещаются лошадки. Сейчас они проходят адаптацию. Как только снимут ограничения, мы будем проводить здесь занятия ипотерапии и просто конные прогулки с лошадками. В планах организации продолжать активную работу с детьми и взрослыми, а также построить крытый манеж, чтобы работать и в холодное время года. Глава региона поручил городской администрации разработать проект манежа. Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.